Hey, welcome to Job School, I'm Dastan. Приветствую всех в школе Jobs, меня зовут Дастан. И в этом видео мы с вами поговорим о синонимах слова cool в значении клёво, круто, классно. И также я хотел бы вам задать вопрос, что вы думаете о том, если я буду снимать также видео на английском на этом канале? То есть, потому что я сейчас нахожусь в Японии, как вы знаете, и большинство моих друзей говорят на английском. А что вы об этом думаете, обязательно пишите в комментариях. А мы начинаем видео. Итак, первое слово это «ight». Это сокращенная форма от «all right». Переводится как «окей», «ладно». Пример. «Clean the car», she said. «Ight». «Помой машину», она сказала. Ну, окей. Следующее выражение «all that». Переводится как «клевый», «классный». «She thinks she is all that, but she isn't». Она думает, что она такая клевая, но это не так. «Awesome». На самом деле, американцы используют это прилагательное для всего на свете. Oh wow, it's just awesome. Wow, это просто бесподобно. Brilliant. Это разговорное слово вы скорее услышите в Британии. И британцы его используют с той же частотой, что и американцы слово awesome. Oh, this is bloody brilliant. Oh, это чертовски потрясно. Kick-ass. Ну, опять же, переводится как потрясный и классный. There is a kick-ass party tonight at Vasya's house. У Васи дома сегодня вечером намечается потрясная вечерина. Еще два слова, близких по значению. Это sick and ill. Окей, примеры. That song is sick. Эта песня крута. That's sick. Или that's ill. Следующее слово очень часто можно услышать у носителей языка. Terrific. That was terrific. Это было замечательно. И последнее слово, которое мы с вами сегодня разберем, это wicked. Классный, клевый. И на этом видео подходит к концу. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь на канал. Еще раз хочу напомнить о том, что я вас не призываю использовать эти выражения и слова в своей речи, так как они неформальные и только с друзьями, со знакомыми, с людьми, которых вы хорошо знаете. Но обязательно их стоит знать, конечно же, да? Также, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете о видео на английском, с субтитрами, возможно, сделаю. Напишите также топики, которые вам интересны, чтобы мы обсудили. И на этом все. Увидимся завтра. Bye-bye!